Доброе утро, страна! Сегодня воскресный день, появилось солнышко. И это говорит о том, что работы сегодня будет больше. Погода этому благоприятствует. Вчера я собирал орехи, а сегодня у меня задача другая. Продолжить подготовку земли, грядок новых для клубники. Как я уже говорил, у меня на клубнике выросли молодые усы. Я их, начиная с августа месяца, подготавливал, не давал расти дальше, обрывал дополнительные усы. И сейчас, вот уже у нас сегодня 19-20 сентября, пора уже готовить место для посадки клубники. И я сейчас вместе с моим, как мне тут сказали, помощником, охранником, он же барин, или как его там еще называли, значит, ну, кто угодно, кроме как охранника, да, значит, будем заниматься подготовкой земли. Вчера под вечер я еще раз прошел мотоблоком, пропахал будущее место земли, вот оно у меня за спиной, собрал сорняки, которые у меня удалось собрать, и сейчас еще раз я пройдусь уже основательно, выберу пырей, который там попался, всякие там корешочки, может, там амброзии что-то. И буду уже готовить непосредственно землю для того, чтобы уже формировать грядку. Грядку для клубники я сделаю под агроволокно. У меня уже приобретена ткань. Вот не хочу, чтобы росли сорняки. И вот между рядом персиков и ежевики, да, значит, сделаю грядку с молодой клубникой. А также мои благодарные подписчики из села Молдаванского пообещали мне подарить кусты нового сорта клубники, которого у меня нету. Мне очень интересно, главное, очень приятно, что вот такие подписчики у меня есть. Большое вам спасибо, и от канала Viking Life вам всем большой привет. Итак, сегодня у меня работа на клубнике.
Пока я готовил грядки для новой молодой клубники, у меня пришла идея классная, почему бы не использовать расстояние между деревьями, молодыми персиками, для того, чтобы по весне там посадить салатик, может быть, базилик или лучок что-то. Притом земля очень хорошая, удобренная, рыхлая, главное, что плодородная. Ну и вот решил сделать ровный кантик. Эта маленькая дорожка останется. И вот здесь у меня между деревьями, между персиками, где-то около 5 метров на расстояние. Я думаю, что по весне здесь я посажу что-нибудь вкусненькое. Или Аллочка посадит. И вот здесь дерево, которое весной прижилось, все было нормально. А потом оно стало чахнуть, листья перестали расти, и в конце концов оно просто, видите, стало обычным сухим прутиком. Хотя деревья, которые вот стоят справа или слева, это один и тот же сорт, это белый лебедь-персик, с ними все в порядке. То есть они подросли где-то уже по 1,5 метра, вот, а были сантиметров 60. И вот мне интересно, почему? Тебе, Орсик, тоже интересно, почему? Что такое? Почему дерево не растет? И место свободное. И здесь я по осени посажу персик или какое-нибудь другое дерево. Ну, посмотрим, что там такое. Хочу посмотреть, что, почему персик не растет. А, слышишь, Сереж, а ты снимаешь, да? Да. Ничего ты не снимаешь. А мой разговор ты записал, да? Ну вот он результат. Корневая система вообще не развита. В данном случае что-либо ожидать хорошего не пришлось. Ну ничего, посадим на этом месте новое дерево. Для Орсика палочка. Все, выключай. Доброе утро. В деревне доброе утро начинается очень рано, с восходом солнца. Но так как я городской житель, у меня утро попозже началось. Клубника – это тема, которую нужно уже заканчивать. Не так быстро получается, как хочется. Я все-таки городской. И у меня тут свои еще привычки остались. Иногда хочется поспать подольше. Иногда хочется и пораньше закончить работу. А иногда еще и руки устают, и спинка болит. И поэтому работа продвигается так, как она должна продвигаться быстро, максимально у городского жителя. Идем к грядке. Только я сказал, идем к грядке. И этот барин, как назвал один из подписчиков, уже охраняет
свой участок, наблюдает за всеми. Что это вы тут собрались делать? То место, где будет у меня клубника, я уже все разровнял, и фактически земля готова. Еще раз здравствуйте. Бабье лето на Кубани продолжается, и нужно воспользоваться замечательными солнечными денечками. К сожалению, их становится все меньше и меньше, а вечерами все холоднее и холоднее. Даже вчера ночью было такое желание уже включить отопление. Но сразу думаешь, а сколько же придется платить за газ? И под теплым одеялом продолжаешь согреваться. И вот, поэтому сегодня замечательный денек, и я буду продолжать заниматься клубникой. У меня земля уже подготовлена, у меня есть уже агроволокно, я хочу постелить такую дорожку, вот, и чтобы у меня сорняки не росли. Сорняки здесь очень хорошо на Кубани растут, мало того, что их здесь много, так еще и теплая погода, и они просто растут, притом без дождя. Если нормальную культуру нужно поливать, да, то сорняки растут сами по себе, ну просто вот с ними не хочется бороться. Вот, я сейчас проложу дорожку. Намечу две грядки, внесу кое-какие удобрения и начну сажать клубнику. Вот этот инструмент, который мне сейчас понадобится. У меня есть ниточка, веревочка, жгутик, для того, чтобы все по линеечке было. У меня есть 4 металлических столбика, сделанных из арматуры, которые остались от помидор. И есть агроволокно. Я хочу сейчас наметить дорожку. Буду ставить 2 ряда. Полью, внесу удобрения. Вот, сделаю луночки в агроволокне. И потом буду сажать клубнику. Я сегодня еще раз с утра прошел, посмотрел свою клубнику. Уже еще раз оборвал усы. Ну и пришлось даже вот старые листья, которые уже мешали, тоже их почикал. Вот клубника себя чувствует нормально. Усов много, усы очень приличные. Иногда даже путаешь, где маточный куст, а где ус, который был оставлен с лета. Вот, ну и буду пересаживать эту клубничку. Все. Но вот только я решил натягивать струны для разметки грядок для клубники, и барин лег на свою землю. Хорошо? Да? Thank you.
с весны. У меня осталась небольшая кучка пригноя. Вот сейчас есть самое место будет на новой грядке для клубники. Поэтому прежде чем мы посадим молодую рассаду, мы немножечко ее сдобрим перегноечком, так сказать, десертиком. Хватит. Вот удобрение перегноя я уже в бороздке положил, водичкой сейчас пролью еще разочек, вот, и останется чуть-чуть золы. У меня есть мелкая зола, я немножечко ее просыплю для удобрения, ну и потом можно будет заниматься уже непосредственно саженцами. Вот так вот, без этого боярина нам никуда не деться. Он все контролирует, любое действие на нашем огороде, на нашем саде. Для того, чтобы максимально эффективно посадить рассаду, нужно сделать мне шаблончик для того, чтобы выдержать шаг между саженцами. Первую свою клубнику я сажал через полметра. Это казалось много. Молодые саженцы, они были очень далеко друг от друга, солнце их жарило, и они подсыхали. Если более плотно посадить, то естественная тень от листьев саженцев, она будет защищать и влагу, и им не так жарко будет. Это один из моментов. А второй момент, шаг у капельницы 33 сантиметра. Это значит, если я правильно посажу саженцы через 33 сантиметра, то у меня капелька будет идеально попадать в каждый корень. И поэтому дубль 2. Значит, делаем шаблончик 33 сантиметра, чтобы капелька попадала непосредственно в каждый саженец. Так мы дружно работаем. Думаете, это отходы? Это не отходы. Это любимая игрушка Орса. Орса, палочка. Все.
самый первый сорт клубники, который мы будем пересаживать, это у нас ремонтантная. Нам подарили всего лишь навсего 5 кустиков. И вот сейчас те самые усы, которые уже подросли, которые готовы, мы их выкопаем для того, чтобы потом перенести на новую грядку и там посадить. Итак, первый сорт у нас ремонтантная. Ну вот, молодые саженцы ремонтантной клубники. Я не ожидал, что они такие у нас очень приличные получаются. Где-то 17 штук получилось. Ну, с учетом того, что мы посадили 5 кустиков, и из этих 5 получилось 17 молодых. Это говорит о том, что у меня клубники будут в 3 раза больше, чем в следующий сезон. И теперь я готовлю грядку уже для посадки. С помощью заранее сделанного шаблончика, как я уже говорил, будем отмечать луночки, чтобы расстояние было одинаково. Это расстояние между капелькой. Вот через 33 сантиметра идут отверстия для подвода воды. Но мы наметили первые места, где у нас будет клубника. И теперь с помощью обычных ножниц мы сделаем отверстие. Есть, конечно, хорошие варианты, когда можно было бы взять трубу круглую нужного диаметра, в костре разжечь ее, нагреть и потом просто сделать дырки. Но у нас, когда увозили металлолом, вот эти вот металлисты ее просто украли. Хотя я им сказал, эту трубу не трогать. Поэтому трубы нету, будем работать обычными ножницами. Мне до портного далеко. Может, они не такие уж совсем красивые, круглые получились, но главное, что туда мы будем сажать молодую рассаду. Все. Ну, вот такая дизайнерская выкройка получилась от луночки. Расстояние между ними одинаковое, не совсем круглое, но вырезал на глаз. И теперь вот в эти лунки я буду сажать молодую рассаду ремонтантной клубники. Ну вот так, продолжаем. Перепосадкой решил еще раз пролить луночки водой. И вот слейки, смотрите. А вода остается на поверхности. Ну вот она, как говорится, в одном фильме было сказано, первая шпала. Никогда не работал с агроволокном, это мой первый опыт. Лунки посадил первые саженцы. И вот сразу могу сделать вывод. Значит,
когда я сделал лунки вот до сюда. Я лунки пролил водой сегодня с утра, перед посадкой уже непосредственно. А вот ту землю, которую за агроволокном, и вот лунки, которые пришлось мне дополнительно сейчас вырезать, я не проливал. И какая разительная разница. Вот здесь вот, когда я сажал, земля была полита буквально перед посадкой, но невозможно было работать. Земля прямо вот прилипала, как пластилин. А вот здесь вот, когда я вчера пролил, да, она рыхлая, и к лопатке не так прилипает. Поэтому совет от городского жителя. Если сажаете клубнику, то вы за сутки пролейте то место, где будете сажать. И на следующий день вам будет куда гораздо легче сажать. И еще. Я вчера, когда вечером выкапывал саженцы вот этой вот ремонтантной клубники, мне показалось, ну, где-то 15 саженцев будет. Ну, и сделал вот там 14 лунок. А когда уже дело пошло непосредственно к посадке, и я посчитал остатки, то я вам скажу, что у меня ровно 21 кустик. Вот смотрите, вот это саженец первого года. Технология, по которой я их выращивал, я с куста от маточного оставлял не больше 3 усов. И не давал расти новым усам. И те усы, которые уже от маленьких корешков пошли, я тоже обрезал, не давал им расти. Вот это вот саженец первого года. Вот вам и история успеха. Настоящая история латвийского успеха. 100% городской житель выращивает свою землянику. Посадил 5 кустов, и из него к осени 21 саженец. Это 1 к 4. Вот такой вот бизнес. Вот это настоящий успех. Ремонтантная клубника посажена. Я сделал на одну лунку больше, на всякий случай. Ну, а 21 корень. Сделаю 22 лунки. Вы узнаете 22 саженца. И получилось. Значит, из 5 корней 22 полноценных, хороших саженца. И на будущий год на этих саженцах будет уже земляника. Ну вот в таком стиле мы и дальше будем сажать. У нас грядка большая. Это вот первый сорт, который мы сделали. Дальше у нас пойдет Олимпия, Пандора, Кембридж и один сорт новый, который нам обещали подарить. И на этом мы заканчиваем. Это был с вами я, Сергей Гуд, канал Викинг Лайф. Ставим лайки, подписываемся,
пишем комментарии, даем добрые советы. Я вам желаю всем здоровья, счастья. Пока! Малях, малях, все, все, все. Ай, собака. Ай, собака. Ай, все, 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 все. Иди, 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 все, все. Собака. А, осторожно, по клубнике. Иди туда. Все.